22 года Васильева окончила в ГИТ и начала выступать на театральной сцене. К тому моменту у нее уже был небольшой опыт съемок в кино. Она дебютировала еще в 65 году, но первая популярность пришла к ней спустя почти 10 лет, когда на экраны вышла «Соломенная шляпка». Правда, изначально Васильеву пригласили сыграть в этом фильме невесту главного героя, но худсовет решил, что эта героиня должна быть более миловидной, и в результате Васильева исполнила роль неверной жены, из-за утерянной шляпки которой и поднялся переполох. И эта киноработа стала ее визитной карточкой и принесла ей всесоюзную славу.